Посмотрим, что у нас тут. Тут ничего не поменялось. Здесь поменялось уже очень много. Наш коридор. Коридор. Пока мы еще ничего не делали тут. Скоро начнем. В ванной появились новые ролады. Теперь нужно выложить плитки наверху. От туалета не осталось ровным счетом ничего. Воняет тут просто как в деревенском туалете. Но здесь тоже появились новые ролады. И остальное все надо делать. Маленькая комната. В принципе, все уже почти готово. Большая комната. Тут тоже ничего такого не поменялось, кроме бардака. Мой план работы на выходные. И тут уже поменялось очень-очень многое. Здесь уже лежат полы, стоит лестница, покрашен потолок, заказаны лампочки в него. Уже можно вставлять, они пришли. Вот. Что тут осталось? Тут осталось еще покрасить вот эту стену. Вот эту стену. И вот эту стену. Заделать силиконом лестницу, между лестницей и стеной. Здесь будут выложены кирпичи под лестницей. Правда, сначала нужно перенести вот это отверстие на 20 сантиметров пониже, сказал наш трубочист. Так, тут у нас кухня. Тут уже все покрашено. Потолок покрашен, покрашены стены. Кроме вот этой, потому что сюда придет еще новая дверь. И даже стоит кухня, почти готовая. Мастер-ломастер выломал подоконники. Теперь нужно заказывать новые. А кухня выглядит вполне прилично, правда. Тут у нас вот... Накосячили немножко товарищи и построили нам неправильный шкаф. Теперь они должны нам прийти и поменять. Уже третий раз это будет. Три раза они построили неправильный шкаф. Остров тоже надо будет еще доделать. Но это мы сами уже. И вот это вот выступ. Там проходит каминная труба. Он обшит гипсокартоном, его придется разобрать. Потому что строители до нас без руки закрыли кусок этого дымохода металлом. А этого делать нельзя. Так что будем ломать снова.